Ой, мягче пятый, мягче. Ты видишь, как шпагат делаешь. Итак, вечерняя тренировка. 7.05.2009, 18.00. Итак, у нас Димка и Ефим бросают друг друга. О, Мариус. Мариус делает подхват под одну ногу. В другую сторону, Мариус. Я тебя все снимаю. Вы, пацаны, успеете побороться сейчас? Мариус, ну, не в эту, в ту сторону. В ту. Так, смотрим. Виктор и Артем. Ну-ну-ну, Артем. Не так, а вот по-другому. Пусть он по-другому возьмет захват. О! Вывел. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Юр. Ну, там. Там или отсюда? Отсюда садись уже, чтобы оно не представляло. Хорошо? Так, Матео, вы пока продолжаете делать. Стоп, вы можете поделать и другие, но вот кто становится здесь, значит, вы становитесь, поклонились, и три раза ты зацеп голенью, три раза ты. И лицом, я делаю бросок, вот как Мариус, лицом сюда должен стоять. Для того, чтобы этот, а потом я вам покажу, как вы делаете. Все, пожалуйста, Мариус и Саша, поклониться. Так, да, вот вы здесь делаете. Все, пожалуйста, и лицо туда. Вот так, делай. Раз. Мельницу поделайте, бедро поделайте. Два. Хорошо, молодец. Сюда лицо. Хорошо, теперь хорошо делаем.
повернулись, Саша лицо в камеру. Марис, не спеши. Другую ногу. Боком, боком надо встать, Саша, боком, боком. Ну да, какой ногой делаешь? Там как впереди. Давай, ничего играем. Боком надо встать, ты же лицом стоишь. Как это получается? Встань боком. Вот, выведи, подойди. Один раз, еще один раз. А подойти шаг сделать. Ты стоишь. Подошел и зацепил. Поклонили. Все, будете туда работать. Дима, Ефим, вперед. Три броска первый номер, три второй. Вот сюда. О, наоборот нужно, парень. Ты в куртке, он без. Хитрый, блин. Ты тоже... А, ну, смотрите сами. Так, Ефим. В ту сторону. Ефим, ставь так, чтобы видела тебя камера. Ты лицом. Кто бросает, становится лицом. И... Куда дальше становись? Еще раз. Три броска ты, три броска Дима. Ничего. Вот, сейчас получше. Дима, давай. Давай. Лицом сюда. Так, готовится Давид портреску. Вы можете или присесть, или там что-то другое поделать. Димочка, неправильный захват. Еще раз, ты держишь отворот. То и делай. Какой ногой ты хочешь сделать? Это значит, этой рукой держи, да. Еще один. Вадим, ты готов? Да. Давай встали, приготовились. Вот сюда встали. Очень высоко. Все, поклонились. Правильно. Лучше, да, лучше в камеру поклониться. Оба встали лицом, хоп, одновременно. Вот, Дима. Поклоняйся ему, Сикор. Вот, а, ну. Хорошо, пожалуйста. Так, потом Ваня с Мишей покажут. Потом вы покажете, а потом Саша покажет. Ну вот, да, там сколько у нас? Сколько денег вот он завязывает? Сколько? Уже 20 рублей, надо? Кто делает? Так лицом к камере. Лицом. Так, смотрим. Делаем Вадим портрет. Хорошо. Значит, встань дальше, эту стенку ударишься. Дальше, назад, назад. Еще, еще, три раза. Три, три, Оля. Знаете, почему кувырок делает? Потому что высоко чуть-чуть цепляет. Делает хорошо, красиво. Еще, вон, Оля. Чуть ниже. Хорошо. Пожалуйста, Давид, покажи. Я тоже вроде бы неплохо получалось. Лицом, да, камера. Улыбнись, зубки так. Хорошо. О, молодец, Давид, умница. Видишь? Кто партнер? Портреску. Как он делает? Хорошо. Вид хорошо делает. Хорошо. Молодец. Саша никакой. Столько ошибок, а ты подсказать не можешь. А? А я? Ну ты делаешь вроде неплохо. Но... Вот она. Так, встали сюда лицо. Ну куда? Давай! Вот так. Камеру не зайдешь. Поклонились. Все, ушли. Пожалуйста. Кто там? Вы показывали, вы показывали. Вперед. Потом, если хотите, вы говорите, Сергей Анатольевич, я мельницу делаю. Я лицом сюда. Покажет по телевизору. Да. Как я вот Эсси снимал, говорит, а что будет показывать? По какой программе? Я говорю, СМТВ. Только подальше, родите, подальше. Дальше. То помещаете. Помещаете, да. Подальше. Такие здоровые пацаны, смотрите, как красавцы такие, а? Пени боятся.
пошире. И чуть-чуть выведи его. Не надо два раза, можно один раз. Пиши, что для него близко. Боком, боком. Нога еще между ног. Артем, не уходи. Виктор, еще раз. Пусть он ноги шире поставит, но стоит близко. И двигается. Он должен стоять на месте. Все, в камеру поклонились. Только туда дальше. Дальше, подожди, не спеши, красиво вдвоем поклонились. О! Потом родителям вашим. О! Так, Саш, зацеп более сделайте по три раза, пожалуйста. Ну, я вас прошу, давайте. А вы потом делайте свои мышцы. Давай, ты зацеп в голове, потом Стасик. Потому что эту Стасику надо. Значит, Мариус, как ты думаешь, правильно он делает? Ма, вот посмотри еще раз, вот посмотри. Сейчас, одну секундочку, Ваня. Правильно он делает? Нет, надо снять. А почему? Потому что он не полетел. О, Саша, слышишь, ты берешь шатырку сверху, и я только Мариусу начал делать, он сразу мне раз показывает через грудь, ты берешь сверху. Или бери вот здесь, или снизу. Сверху нельзя брать. Я не знаю, как Стасик, я бы уже давно не вытянул бы, но хотя бы... Да, вот здесь. Ага, этот болевой можно делать по самбо, а под дзюдо, Ваня... Нет, не карате, это нормальный болевой, сейчас еще один покажу. Вот так горобец сделал. Вот горобец делал. Делал, он что, заяц бьет. Не так он делал, я знаю, это делал Бугай, это его. Туда дальше, мальчики, дальше туда. Держи его, да. Так, хорошо, еще раз, Тасик. Хорошо, чуть ниже пяточку ставь. Стоп, поклонились. Все, идите дальше. Так, Ваня, Миша, зацеп болями. Вперед. Вы же все знаете? Вы боролись. Значит, вы должны делать. Ванюша, наверное, делает первый. Он более опытный. Так, некрасиво. Красиво, но неправильно. Красиво, но неправильно. Вот Марио скажет почему. Во-первых, не стоит боком. Не стоит боком. Захват сверху. Вот это ошибки, которые могут привести к тому, еще один бросок, что его могут контратаковать. А зацеп голени, Ваня, ты должен отлично делать. Так, пожалуйста, Миша. Дальше встань. Дальше туда. На центр. Центр, Ваня. Давай, Миша. Так. Ну, захват неправильный. Сам бросок неплохо получился. Ванюша, дальше туда от камеры. Вы же такие здоровые, вы же не влезаете. Еще два броска. Ваня, еще два броска. Нет, он делает. Ну да, уже не до конца сделал. Встаньте чуть ближе. Сейчас передашь привет родителям. Боком балом. Вот видите, что у него ошибка? Он цепляет не голень, он цепляет вверху. Знаете, что он цепляет? Хозяйство он цепляет. Цеплять пяточку надо. Еще раз. Вот Ваня, да? Двукратный призер республики Молдовы под дзюдо. Раз. Раз, чемпион города, два, но у него большие проблемы, когда он борется. То есть зацеп боли не видел, он не умеет это делать. Да, он показывает. Посмотри, Ванюша, иди сюда, Ванюша. Посмотри внимательно. Ваня был вот такой бросок. Значит, часто делает переворот отсюда, поэтому травм не возникает ни у кого, и я сижу спокойно. Но, когда соперник наоборот делает руку, снизу берет сверху, вот эту руку переносит. А иди посмотри с той стороны. Мариус снизу убил площадку. Юрий Саныч. Сейчас снимаем. Посмотри, Ванюша. И берешь отсюда, делаешь переворот. Соперник не дает эту руку ставить сверху. Сверху. Вот так. Раз. Хорошо? Вот я взял. Вот. В этом случае без подхват делать под одну ногу. Не умеешь. Отсюда нужно делать захват. Раз, два и три. Ты должен отсюда вытащить зацеп.
Ты отсюда вытаскиваешь его. Что вы смеетесь? Вот для этого и нужно знать прием. Да. Значит так. Все. Можно побороться, можно пойти покрыть. Да, не-не-не-не. Уну, дой, три, патру. Вышли. Раз, два, три, четыре. Я считаю, вы за цепь борете. Уну, дой, три, патру. Делайте репели. Ай, встали. Встали сюда. Все встали. Я считаю, вы делаете. Больше не буду. Нет, пока. Дальше остановись туда, чтобы я мог снимать. Ваня, не Ваня, извиняюсь. Вот вы прямо вот здесь вот делаете. Вот. Вот дальше немножко. Вадим, так, чтобы я вас видел. Подвиньтесь вон туда. Стоп, вы здесь. Вот туда, на угол. А вы чуть-чуть дальше туда. Стасик, дальше, дальше, туда от меня. Стас, осторожно, подождите этот. Я считаю, вы делаете. Первый номер. Готов? Да. Отжимай, пошел. Раз. Быстро встаем. Быстрее встаем. Два. Быстрее встаем. Три. Пошли. Четыре. Пошли, пошли, встаем. Пять. Пошли, пошли. Шесть. Так. Семь. Мариус, туда в центр. Мариус, центр. Мариус, центр. Восемь. 12 бросков. Быстрее. 9. Вадим, там кто падает? Ты или... Уйдите, Мариус, туда дальше, не видно. 10. Артем, давай. 11. И последний бросок. Быстрее. 12. Так. Мате. Так. А теперь. Сели сюда. А теперь это касается всех. О, видите, я на вас как раз поставил камеру. Сейчас. О, это пацаны. Это Димка, это Ефим, это Давид, это Вадим. Вадим. Чувствуется, да? Скот пас. Так, Виктор, Артем, Мариус, Саша. Так, а теперь, пацаны, посмотрите внимательно. Если вы хотите делать зацеп голенью изнутри. И Мате, Мате, мальчики, вам Мате, одну секундочку. Юр, сядешь сюда на секундочку еще. Так, посмотрите. А теперь кто подойдет? Вань, подойди ко мне сюда. Значит, посмотрите, как делается зацеп голенью. Для того, чтобы вы не потеряли. Как делается зацеп голенью? Может, чуть шире? Значит, еще раз. Когда это делается? Когда ножки пошире. Когда ножки пошире. Когда он падает хорошо. Да? Ножки широко, он негде держать. Но дзюдо это борьба с бросков. Не просто так стойки, бам и бросил. Фигня все это. Оп, оп, видели? Вадим, не так кувырок делается, а вот становится сюда, уходится на колено. Есть. Еще раз. Подготовить надо, заставить соперника поставить ноги шире и потянуть назад. Любыми способами. Пошло вперед. Подсечка видно. Три раз отсюда. Раз. А потом, когда ты делаешь, вот ты сюда идешь. Вот туда идешь. Вот тогда меня не бросишь. А вот. Ванюша, вот отсюда, вот показывай совсем более мне. Да. О, видите? И улетел пацан. То есть есть шансы проиграть. Возьмется. Я не умею делать носок через спину, через грудь.
уронаги, как называется по-японски, уронаги. Вот, делается движение раз и высекается. В жизни я сделал один раз. И был Молдванин Чепутак из Бельгии. И встретились мы в Минске. Минский раз, Молдванин Чепутай выступает там, на премию учился. И я учился в Москве, и мы встретились. Здравствуйте. Я видел, что он делает через... Что он делал? Подождите. А, зацеп болен. И подготовил, думаю, хоть один раз в жизни надо сделать. И оп отсюда, вот только зацеп болен. Как? Да, я даже не помню, что я делал, как летел, что? Бросил, быстрее, раз. Он 40 лет. Но вот он взял отсюда сверху за вот. Пошел. Амбана. И все, и улетает человек. То есть, поэтому еще раз. Если вы берете с такого захвата делаете, раз. Вот просто кувырок делает сюда, вы проигрываете. Значит, два захвата есть. Самый лучший захват вот этот. Вот. Вот. Похуже захват этот. Можно делать вот отсюда. Раз, оп, и видите, что будет здесь. Все. Спасибо. Так, сейчас второй номер делает. Да. Смотри немножко. Посмотри на него. Значит, здесь есть несколько вариантов. Есть такой бросок. Зацеп болен. Значит, зацеп болен. Одноименный один и разноименный. То есть левая, правая. Или правая, правая. Вот отсюда, чуп, сюда, да, вот оно движение. А я делаю отсюда раз, оп, и отсюда движение. Есть вот это пробоины. Спасибо. Так, второй номер приготовился, а то те делали бы нет. Еще один, пожалуйста, первый. Это все, я пошел делать. Да, значит, наш. Так, дальше. Вы дальше. Мариус, дань дальше. Так, внимание. 12 бросков. Мариус, дальше. Дальше. Туда, туда, туда. Мариус, еще туда, еще туда, туда, туда. Внимание. Я каждую пару по три раза снимаю. Хаджиме. Пошли. Раз. Не считаю. Стоп. Стоп, одну секундочку. Готовы? Приготовились. Пошли. Два. Кто бросает лицом ко мне? Три. Дима, быстрее. Так, пошел. Четыре. Помогай вставать. Пять. Быстрее встаем. Шесть. Не в ту сторону, Саша. Семь. Не в ту сторону, Саша. Другую, да. Восемь. Приготовились. Девять. Саша, быстрее. Так, ушли чуть в сторону, вы мешаете. Артем, сюда подвиньтесь. Сюда. Пошел. Десять. Пошли. Одиннадцать. И последний бросок. 12. Так, встали, поклонились друг другу. Так, и вот здесь вот встали. Вот здесь все встаньте, чтобы я вас как раз всех. Просто встаньте сюда поближе все. Если Миша хочет, тоже может подойти. Ближе. О. Так. Тебе тоже попало. Пацаны, привет. Хорошо. Все, а сейчас я через минут 5 покажу вас по телевизору. Давай. Опять ты неправильно где-то. Ноги поменяй местами. Вот. Вот так. Мате. Так, стоп. А теперь... Ренат, уйди в сторону. Коля, уйди в сторону. Иди сюда. Ренат, садись на него.
посмотри. Оп, и все, твои руки, видишь, как сразу летят. Раз, смотри, оп, видишь, два. Вот как ты руки будешь здесь держать, да? Вот так они у тебя, вот они у тебя сразу летят. Раз, оп, видишь, отсюда, оп, отсюда, сюда. Вот как поставишь здесь руку, так сразу, сразу. Раз, отломает руку. Вот, руки должны быть, да, согнутые, вот здесь, вот. Да, вот здесь. Вот когда они у тебя здесь согнутые, вот пока начнет делать, ты сможешь убрать. А когда ты берешь вот здесь, то все, ты никогда... Скатился и вот здесь держишь. Что ты здесь держишь? Мате, Мате, уйдите чуть-чуть дальше. Значит, твоя задача. Твоя задача. Ренат. Сделать удержание справа, слева, со стороны горы и верхом. Коля, твоя задача. Переворот ногами, удушающий, болевой. Вот то, что сегодня вы делали, попробуйте, хорошо? Взяли захват, ты локти готовы, а я чуть побольше сделаю. Хаджима. Мате, а что ты там держишь руки? Да ты жопа думаешь. Руки ты что держишь? Убери же их. Да, их можно убрать, кстати, чтобы болевой не сделали. Вот ты так вот и переворачиваешь, так и держишь. Ну, пусти. Вообще, Коля, ты можешь даже, знаешь, что я не Коля, а этот, Ренат, ты можешь взять. Не держаться, бросить захват, встать, забежать и сделать удержание. Это тоже можешь. Хаджиме. Так ты ногами держи. Ушел. Иди сюда. Сюда, сюда. Снимай. Начнем.
Мате. Чуть-чуть дальше, пожалуйста. Дальше, дальше, дальше. Ты не спеши делать. Вы не спешите начинать. Знаете, вы что делаете? Вы сразу бросаетесь. Давай, делай, трёх. Сначала придержи, посмотри, что он делает. Локти! Хаджимы. Теперь лицом сюда к камере, поклонились.